Вот, если уж мы говорили о советских улицах, в ноябре прошлого года топонимическая комиссия предложила вернуть им историческое название «Рождественские». Разгорелись споры, кто-то за, кто-то против. Вот вы поддерживаете возвращение исторических названий или нет? Я вам так скажу. Как человек, конечно, и как житель города, я поддерживаю возвращение исторических названий, потому что нашему городу уже более 300 лет, и его история формировалась вот на протяжении всего этого времени. Советский период, он, если в сравнении со всем периодом существования города, он занимает такую, ну, незначительную часть, да, вот. Но здесь я бы, особенно в условиях кризиса, да, подходил с точки зрения экономики. Любая смена наименований повлечет за собой замену табличек. Это определенные неудобства, связанные там, с почтой, доставлением почты, пенсии там, и так далее. Поэтому, наверное, это не там, дело нынешнего дня. Да, вот сейчас брать сразу и переименовать. Я думаю, что городские власти тоже это понимают, поэтому никакой спешки здесь нет. Вот. Но возвращение исторических названий – это, наверное, правильно.